Женя, давно ли ты в Тиндере? Да, давно. Как давно? Ну, года два, наверное. Как там успехи? Нормально. Нормально? Часто на свидание залетаешь? Ну, раза три была, наверное. Раза три за два года? Я боюсь очень новых знакомств. Боишься новых знакомств? Да, боюсь. Подожди, тебя, типа, напрягает сам процесс вот этого знакомства и начала общения, или ты боишься ходить на свидание к неизвестным людям? Боюсь ходить на свидание к неизвестным людям. Ну, а так это мы уже решили. Услуга Нарышкин на час. Ты сидишь в кафе, и вот так из-за угла ебло Димонова. Суть не в том, что ты чувствуешь себя безопаснее. Ты больше боишься Димона, чем чувака, с которым ты... Неадекватные ни разу не попадались. Ну, ты три раза, да? За два года ты ходила... Блин, может больше, честно, не помню. Серьезно, не помню. Чаще всего у неадекватного просто нема смартфона. Не, есть, он просто кнопочный. Я тебе фонариком в метро в лицо светит просто. Боже, так заворожил. Есть идеал мужчины у тебя, кого ты ищешь? Какие нравятся тебе мужчины? Рост, вес, интеллектуальные способности, веселый, неважно. Внешне нет, нет. Надо, чтобы был интересный. Сколько у тебя рост? 170. Приходит на свидание мужчина ростом 1.50 м. Было. Не, ну не 50, наверное, может. Ну вот так вот. И? То есть подожди, ты за два года ходила три раза на свидание. У тебя буквально 30% всех свиданий это типы 1.50 м ростом? Нет. Ну был один такой, чуть ниже меня. Ну ничего страшного, общительное, веселое. Главное, чтобы веселое было. Это называется гиперкомпенсация. А, так подожди, стой. Вот ты пошла на свидание, тебе главное, чтобы он был веселый. Он был веселый, открытый, общительный. И что у вас с ним не получилось? Получилось. Да не получилось. Давай так спрошу по-другому, что у вас не получилось. Ладно, все. Блин, короче, их много просто. Хочется много... Ну ладно, хорошо, будем выяснять. Да. Давай посмотрим твои фоточки, твой аккаунт. Так, первая фотка офигенно. Да, отлично. Ебать меня. Тише. Ты это вслух сказал? Просто у меня такие же были мысли. Да, смотри. Это шкаф-купе? Не-не-не, это обычный. Я тоже обратил на него внимание. Еще мне очень нравится, что потолок ровный, ебать. Натяжной? Нет. Подвесной? Нет. Давайте дальше. То есть подожди, стой, ты сейчас засмущалась от фотки, которая у тебя стоит второй? Ну, немножко, да. А когда ты ее выгружаешь, ты же понимаешь, что эта фотка потом попадет на YouTube-канал? Ну, пожалуйста, пусть попадает. Знал бы ты, что на тех ютуб-каналах лежит. Ну, согласен, я бы тоже с чистой головой стеснялся выкладывать. Об этом же дело, да? Что? Да. Поэтому ты же все время в шапке, да? Да. Фоточки, фоточки, фоточки скорее. Фоточки, фоточки, фоточки скорее. Фоточки. Это чтобы люди телефон поворачивали? О, кто тебя так рассмешил? Леха вот тот. Блин, я на самом деле офигеваю. У тебя присуха такая. Ну, да ты вообще охуенная, смотри, ты можешь рекламировать смех. Да. Красиво. И тут, блин, опять крутитель. Угу. Танцульки. Угу. Блин, ну, все подумал, очень красиво и со вкусом, и сексуально даже доебаться не до чего. Что там по настроечкам? Я выстраивала тоже, убирала эту локацию, да, это делала. Слушай, Жень, а вот ты однажды ходила с небольшим чуваком, а два других свидания... Кто? Подожди, я перезагружу телефон. О, видели? Ну, последний молодой человек очень даже ничего попался, но очень был настойчив. Очень настойчив. Ну, где? Нет, на это что? Собака, бля, охуенная, она достойна... На что он настаивал? Ну, на встречу. Я переписываюсь, получаю эту порцию комплиментов, вот эти фоточки все, получаю какое-то свое удовольствие от этого. Ты ж. Да. Смотрим настройки, у тебя 21 километр. Че так мало? Такая типа... Ты знаешь, что 21 километр, ты даже, блядь, за Минск не выехала? Оно все равно не работает. В смысле? Да не работает. Все равно и 1000 километров, и 2...
Сейчас у тебя будет, блядь, из Бобруйска пацаны подвалят, блин. Там только аккуратно, ты если адресочек скинул, он прям, блядь, сел на коня. На Минск, блядь, она меня ждет. Возрастной диапазон от 25 до 40, да. Не слабо. А, тебе же 23. Да. То есть на 2 года ты прям такие, типа, уже мужчины, которые определились. У меня 30 вообще стояло, не знаю, то точно? Действительно, это нахуй этих, блядь, ну, молокососов. Эй. 29. Подожди, стой. А... Я же услышал эту мысль, боже. Подожди секунду. За твоей спиной. Женька? 25. Прости, пожалуйста. Прости. Как по-разному все выглядит. Да, бля, мы разные люди. Я думаю, можно. Но уже не оправдан, он из Гомеля. Да, это экология. Да. А кто тебе из нас троих больше всех нравится? Я забыла, как тебя зовут. Да не важно, просто ты. Я? Ну да. Понял. Но тебе 29 все равно, так что Димон побеждает. В смысле? Ну, в запросах. В этот диапазон. Та, Димон там уже скоро выйдет из этого диапазона. Через 5 лет, блядь. Смотри какой. Скоро! Паша, 32, 6 километров от вас. Джеймс Дин у него на футболке. Mm-hmm. Но нету, да? Фоток и описания. Нету фоток и описания. Но мы таких не лайкаем. Ау. Анджеус, 38. А почему ты... Трумпалай кью, санту кью, турес. Ескал постовою. Смайлик был. И самое интересное, российский флаг вон там среди флагов. Ну ты. Не, так он типа умеет. А живет в городе Вильнюс, посмотри, 170. Давай фотки посмотрим. Ну. Ну ага. Ну. Жень, как тебе? Пан Африкан. Да я не тебя спрашиваю. Жень. Смотри, Пан Африкан Юниверсити, Пан Африкан, так поляки называют чернокожих. Пан Африкан. Пан Африкан. Я попрошу... Мне кажется, ли мы уже 3 минуты просто варимся в расизме? Если этот выпуск заблокируют в Ютубе, я, блядь, все пойму. Не, чувак, мы на Сорокодубе постоянно жидов ожидаем. Так это не расизм. Я попрошу... Ладно, ничего, все. Да давайте дальше. Да, лайком его, он классный. Нет? Нет. О, супер лайк от Gigi. Оу, Gigi 39. I'm a bankomat and I like easy life. No stress, only sex. Охуенно. Лайк ему. Блин, я против людей, которые трахают своих дочерей. Ну нафоткишь. Диму, ну чё ты? Ага. Ёлка? Слушайте, у него ещё интересы. Ну ладно. Я уже просто... Супер лайк. Давай спросим, есть пахлава? Или напишем «День добрый, пан пив африкан». А это не он. Это не он. Это не он, там другой был. Неважно. Чувак, бля, нет, слышу, напиши, работаю по предоплате. А-а-а, смешно. Мистер банкомат. No stress, only sex. Поехали дальше. Александр, 30. Блядь, аж помыться хочется, не? Здесь скучно. Ромаш Кин! 32! Любитель собак... Вы его знаете? Любитель собак, комедия, фильмы. Давай, еще фотка вторая. Спорим, такая же будет? Бля, она на самом деле будет круче. Вау. Это, так сказать, интерьерный вариант. Вопрос не зря расширяли. Блин, Академия управления при президенте. Ну, видно, видно. Водитель, да. Водитель. Живет в городе Бобруйске. Ну, короче, он... Так сказать, управляет автомобилем.
Закончил Академию управления при президенте, чтобы, блядь, прикиньте, 5 лет за промат, вышку, макро, микроэкономику, банковское дело. Управляю авто. Автоменеджер. Квалифицированный. Димон, а ты его не знаешь? Так правда, он из Бобруйска, ему 32 года. Он чуть-чуть... Возможно, ты его лошил в школе, чувак. Не, я не знаю. Ну чё, говорим ему «да», конечно. Да, конечно. Андрей, 33. О, вот это классный чувак. Рост 189 сантиметров, за приятное общение, а дальше как карта ляжет. И подмигивающий смайлик. Как карта ляжет? Фоточки. И лайкаем его. Давай. Чих. Чих. А что за тухли? Бля, подожди, у него везде одинаковое лицо, смотри. Бля, возможно, это не его тело, он просто вырезал голову и подставляет. Смотри. Чувак, я смотрел фильм, где инопланетянин вселился в человека, чтобы его не выкупили. И он всегда с таким же ебалом ходил. Стопудово. А вот здесь он выучил, как тот инопланетянин, как улыбаться, типа. Чувак, лайкаем его, потому что есть вопросики. Это любовь, такая головоломка, теплого лета, золотая уловка. Ну, а ты думала, ничего не будет. Давай вот такой. Давно ты в этом теле? Давно вы в этом теле. Не-не, напиши, давно ты в этом теле или сколько вас там? О, Андрей ответил. А, этот, подожди, тот, кому мы пишем, Андрей. Привет, Женя написал. О! Мы написали, давно ты в этом теле или сколько подожди, вас там? Подожди, стой, он быстрее написал? Да, да. Подожди, стой, это как раз тот тип, которому... Все, пизда. Свой лайк. Просто сидим и поехали. Я, да, сегодня зарегился. Он слово «тело» как подумал. Телефон, типа «теле». Тогда он Женя за какую-то тупую считает, типа она просто смотрит. Давно ты в этом теле? Слушай, здесь оказался. Сколько вас там внутри еще? Как вы залезли ко мне в телефон? Хай разрядится. Выходите. Ребят, все, он дальше делает шоу. Зову. Он дальше шоу делает сам, смотри, поехали. Слушайте, на самом деле, чувак же ж первый день зарегистрировался в Тиндере, и он думает, что это, наверное, сленг какой-то. Давно ты в этом теле, и он такой, наверное... Она же не может просто подъебывать меня, что я инопланетянин. Наверное, это какой-то внутренний... Блин, да, прикинь, он первый раз зарегистрировался... Мне нравится твоя анкета, смайлики, в стиле минимализма. Ничего не отвлекает от фото. Напиши, знаешь что? Не надо писать, смотри. Просто сидим. Знаешь, что напишем потом? Если что, это переписка в стиле минимализма. Да дай ему ответить, чувак. У нас нет времени, у нас шоу идет. Да, давайте посмотрим, что он сейчас напишет, и если это будет что-то остроумное или конкретное, даем ему адрес. Мой адрес. О, все, он прям уже понесло его. Да, ну, давай, видимо, Андрюха, давно он не видел вагины. Не разочаруй. Боже мой, вы образовали пару 14 февраля. О, Джиджи ответил. Джиджи, о, it's a stress. No. Подожди, стой. Работаю по 100% предоплате. О, хорош! Да! Да! Так, давай сейчас будем оценивать. Нам надо... Ну, цену? Спроси, сколько предлагаю. Your offer. Хуя себе. Давайте сразу номер карты закинем просто. Это... Сразу хочу предупредить, что мы уже организованная группа по подбору шлюх, так что... Так пишется, посмотри, Йоффа. Да, по-моему, да. Это людь, бро, это людь.
Я Юра Бардаш, ты Юра. Так, Андрюха ответит. О, он дальше строчит даже. Так, это переписка в стиле минимализм. Нормально. Запятая. Слишком длинные тоже зачем? Запятая. Проще увидеться. Я посмотрел, мы с тобой практически соседи. Расстояние меньше километра. Подожди. Блядь, а тут есть райотдел, Лена? Да, да, здесь не центрально? Да, центрального, подожди. Вот там. Вот, пиши, я сейчас в РУВД центрального района. Есть бабки на залог? Йофан. Не работает. Не хоче, не фурич. Ну і все, буду отак сидіти. Ні, не уважаю себе. Да возьми ты микрофон, у нас запись идет. Спасибо большое. Блин, это так мило было. Это так мило было. Евровода Центрального, есть деньги на залог. И что пишет Андрюха? На залог? Знак вопроса. Нету два смайлика. А на что есть? А ты шлюха, Женя, а ты шлюха еще та. Блин, Андрей может в зале просто, кто-то, знаешь, типа создал... Да не, чувак, не. Знаешь что, мы можем написать, тогда напишу через 15 суток. Что, блядь, I don't know. Так он не знает, сколько надо. Все. Да. Значит, I don't know... First time 100 rubles after 200. Что? Сначала 100 рублей после 200? Потом 200. После... А, типа 300. Типа, да. 300 рублей это... Это, блядь, 100 евро. Типа 100 рублей медоплата. А ты прям... 100 евро, блядь? Ну, приятно. Мало? А может, он про российские рубли еще вообще? За 300 российских трахаться? Жека, давай, это ты, твоя ценовая категория. Да, понимаю. Еще не отвечаем, еще минуту. Будет 300. Подождем. О, смотри. Так, она... есть что предложить? На себя у меня всегда есть. Ты говори, тогда разбей окно и заходи ко мне. Типа в камеру, чтобы... Давай просто напишем, а можешь на проходной ментов отвлечь? Не-не-не, слушай. Засовывай ножовку в батон. Не, ну это он... Давай... А можешь дежурного? Ай... А можешь дежурного отвлечь, и я выбегу? Надо его простимулировать, что-то он, блядь, расслабился. А Джиджи напишем... Стимуляция. Так тебе нравится это слово, да? Стимуляция. На, пиши, я по-английски ж не умею, блядь. Что, Джиджи? Да нет, ему можно и на русском писать, чувак, ты же видишь. А. Не-не, так давай, подожди, стой. Что? Это люкса. Расскажите, с кем вы сегодня пришли. Не ваши ли это сотрудники? А вам ее подсадили? И шок, как договорились. За сколько ты их продаешь сегодня? Хух, ну сегодня праздник, Дим, сегодня... Блядь, точно, пиши, сегодня праздник, какие 250. Я от парня уезжать буду. Хорош. Андрей пишет, за что взяли. А Андрею напишем, чувак, буквально за жопу. Блять, знаешь, что еще? А, ну ладно. Не-не, надо это писать, да. Буквально за жопу, да. И все, и давай уже заканчивать с этими чуваками, уже... Жопой! Я всегда пишу жопа. Не через О, да через Ё. Да, он сейчас не поймет, он в сленге не шарит.
Да, он скажет это как снова. Он такой, что за жепа? Он напишет «жес». Так, короче, давай, с ним сейчас выводим на финал, дальше ты там и еще одного человека попробуй, да? Да куда, Димон, 21.30. Да? Конечно, уже не в МАГАТУ. Под запись. И микрофон один сломался. Ну да. Жень, ты супер огонь. Подожди, подожди, там чувак старается, блин. Давай его доведем до какой-то кондиции. Ну пусть держат, это даже приятно поддерживать за упругие ягодицы. Поддержать. А, поддержать. Да давай ему напишем, так подержи себя, блядь. Что это значит? Ну, короче, он на самом деле, вот, ну, типа... Ну, пусть держат. Это такое... Да не, пиши... Ты понял, почему он выпилился из... Ничего не пиши. Говори, у меня забирают теле... Подожди. Не, напиши, у меня забирают теле, и все. И три точки. Да. И в скобках мусор вырывает телефон из рук. Я плачу и сопротивляюсь. Женя, можно пару слов от тебя, буквально отзыв какой-то? Как тебе шоу? Как тебе мы? Как тебе жизнь? Может, тебе что-то надо прорекламить? Может, ты... Не надо ничего рекламить. Все супер, спасибо большое, весело. Классно. Спасибо большое. Блядь, он написал спасибо. «Ок». А что, если он сам просто в РОВД работает, в центральном, там уже километр рядышком, он прошел, бля, нету такой, что он меня разводит. Дамы и господа, это было неповторимо. Поклон Жене, пожалуйста. Ты супер.